Добрый день всем любителям российского волейбола. Сегодня очередной тур российской суперлиги. И Урал из Уфы принимает на своей площадке московское «Динамо». Игры самого Уроша зависит очень много. Итак, первая подача есть. Богдан справляется. И сразу в центре сетки Панков задействует своего центрального нападающего. И уверенная атака. Неплохо. Панков. И забивает. Денис Богдан. Артем Мельников. Не рискует Мельников. Какая быстрая атака. 11-11. Счет равный. Олег, потому что понимали, куда он полетит. Снова и Бадипур в приеме. Хорош. Быстрая передача и забивает Александр Гуцалюк. Вот такого не так много делает Урал. Снова не рискует. Уже под 9 метр подавал. Все равно с выбитого мяча атакует Богдан. Смягчение, доводка. И пайп на Эбадипура. Не получается пайп сегодня у уфимцев. Зато получается великолепный сброс Павла Панкова. Павел Панков. Высокий мяч подбросил. И через сетку достал этот мяч Эбадипура. И какая пушка от Уроша Ковачевича. Нашел он лазейку. Сейчас как минимум 4 от него просят игроки и болельщики «Динамо». Но нет, в этот раз очень грамотно играет Павел Панков. Подключает пайп Дениса Богдана и завершает партию с достаточно хорошим перевесом. 25-20. Сам же подает. Мощно в Ковачевича. Хороший прием. Быстрая передача в 2. Паталек успевает забить. И в того же Подлесных мяч прилетает. Один из лучших игроков «Динамо» в первом сете. Паталюк. Страхует его Ковачевич. Теперь атака на стороне «Динамо». Ушков поставил блок. Соколов. И не успевает. Власов только похвалил я его. Как здесь казалось бы, должен был доставать этот мяч Илья Власов. Но не успел. Укорачивает. Эбадипур готов. Гуцалюк тоже готов. Ну а теперь атака со стороны «Динамо», цветом Соколов. Видимо, все-таки поверх блока забил, прям под 9 метр. Очень мощно, и Бадипур принимает на половину «Динамо». И очень быстрая атака, быстрая передача, Жук на этот раз забивает. И «Динамовцы» уже совсем уверенно уходят вперед. Нет, планер в прыжке. Кермин хороший прием, передача на Власова. Смягчает эту передачу. И еще раз, второй раз. Уже второй раз дает передачу Павел Панков Илье Власову. Тот уже не быстро, а немножко затянувшись, набрав высоту, вколачивает по высоте. И надеемся, что он все-таки воспользуется. Идеальная скидка. Что тут еще скажешь? Дмитрий Жук подловил мяч, который завис над сеткой. Мельников принимает укороченный мяч. Передача на Патулюка. Спасают этот мяч. Это делает Ярослав Подлесных. Паталюк на второй заход. И второй заход завершается тем, что партия для Урала заканчивается со счетом 25-14. Уфимцы во второй партии. И посмотрим, что произойдет в третьей. Нужно что-то исправлять Игорю Шлепову и его команде. И все цифры оказались показательными, да, так сказать. Первая партия отлично отблокировали игроки «Динамо». Вторая партия отлично отподавали. Ух ты, Паталюк не пробил. Посмотрите, и тут же помог своей команде набрать очко. Хороший первый розыгрыш. Подлесных сам принимает и сам забивает скидкой. Будюхин справляется. 4 передача. И по четвертой зоне с отличной высоты Урош Ковачевич забивает. Будет ли рисковать после перерыва? Нет, подает среднюю подачу. Богдан справляется. И сразу же пайп играет Павел Панков. Ну, нельзя не отметить великолепную атаку Ярослава Подлесных. Чуть ли не в метр в пятый. Богдан.
Ну, здесь трос только помог Ковачевичу справиться с приемом и после этого уверенно вколотить мяч. Великолепная атака Ковачевича. У нас справится с подачей Подлесных. Ковачевич принимает. Передача на Мельникова. С выбитого мяча Богдан. Ковачевич еще раз поднимает. Куда будет передача? В 4. Бадипур. Бадипур отыгрывается по рукам. Будюхин неудачно доводит. Шанс у Паталюка. Паталюк забивает. Классная, очень красивая атака Урала. Долгий, точнее, очень классный розыгрыш. И завершается он именно тем, что Урал зарабатывает очко. Ушков. Два эйса у него уже есть. Ух ты, Кермина наш отлетает. Классно играет в защите Бадипур. Достают. Не будет атаки, не будет атаки. Перебрасывает Паталюка. И Ковачевич на двух блоках находит лазейку, забивает. Очень важные мячи для Урала, чтобы не дать шанс Динамо приблизиться. Смещает трос его подачу. Быстрая в 4. Паталюк. Где блок? Что-то Цветан Соколов задумал. То ли с центральным он прыгал. Интересно будет увидеть на повторе. Силовую подает в Керменина. Оставляет в игре Динамо этот мяч. В атака будет у Урала. И это Александр Гуцалюк играет зону. Пришел между 3-4 зоной. И туда же ему Андрей Ушков направил мяч. Потому что динамовцам ошибаться уже нельзя. В Бадипура пасовать будет Паталюк. Очень удачная передача. Ковачевич просто отдаст. Хороший довод. Куда даст Панков? А Панков знает, куда дать передачу. Направляет на цвет на Соколова. И тот забивает. И ближе к шестой зоне. И Павел Панков подает сетку. Ликует зал Динамо. Есть одна партия. И мы продолжаем смотреть этот матч. 1-2. Ушков справился. И Паталюк будет бить. Хо-хо, Паталюк мимо тройного блока. Хорошо попадает Роман. Нужный мяч. Не дает оторваться москвичам. Ушков. В Керменина. Керменин принял. А Подлесных, видимо, все-таки поверх блока. Судя по направлению, забивает этот мяч. Дмитрий Жук. Мощно в Будюхина. Ушков на Ковачевича. И здесь заблокировал, как здорово, Артем Мельников. Классный розыгрыш. Мельников в плане в прыжке. С выбитого мяча атакует Соколов. И снова забивает. Бадипур. Керменина. Кермин хороший прием. Сразу же пайп. Пайп на пустой сетке. Сильная подача в Будюхина. Ушков, очень быстрая передача. И Гуцалюк забивает в пустую зону. 11-8. Момент передачи показался мне, что неудобно будет Гуцалюку. В этот раз под 9 метр далеко направлял мяч. Принял Ковачевич. О, Роман Паталюк. Ну как здесь все красиво сделали волейболисты Урала. И как сегодня идеально попадает по углам. Андрей Ушков покидает площадку. На заднюю линию. Будько дотягивается до мяча. Ну плохо страхует. Плохо очень страхует. Мяч-то оставили на своей стороне. Можно было довести и разыграть более уверенно. Но 12-13. И вины здесь Александра Будько абсолютно нету. Классно подбросил. И вот в том же направлении, но мощно в Ковачевича. Соколов оставляет мяч. С выбитого будет атаковать. Не рискует Паталюк. Ковачевич в роли пасующего. А здесь как здорово. Ушков подбросил мяч. Гуцалюк только этого и ждал. Но не попадает в площадку Александр Гуцалюк. 17-17. Равный счет. Грамотно сыграл Ушков. Бадипур справляется. Хороший прием. Но неудобно было пасовать Ушкову. И вроде бы неудобно было атаковать Гуцалюку. Но Александр Гуцалюк справился. Сбросил таким образом, что никто из динамовцев не смог сыграть этот мяч.
Рыбаков. Есть подача. Но легко с ней справились волейболисты «Динамо» и это очко забрали. Замечательно сработал «Динамо». В этой ситуации Паталюк. У нас Ковачевич. Не рискует. Керменина. Передача в 4. И касание сетки у Ярослава Подлесных. Мяч был на сетке. Пытался Подлесных сыграть по рукам, но сам залез в сетку. 25-22. Счет по партиям 2-2. Будет пятая партия. Ушков очень мощно. И забивает мяч Денис Богдан. Сам же принял. Сам и атаковал. 1-1. Будет на этот раз Богдана. На одном блоке Соколов. Забивает. Все равно бы он достался Уралу, так как было касание Анте. Паталюк выбитый. Паталюк сам играет в защите. Передача снова на Эбадипура. Эбадипур оставляет в игре. Юшков снова на Паталюка. Роман попадает. 6-4 в пользу Урала. Классно, как сыграл Лужков в этой ситуации. Хороший прием от Ковачевича. Ушков сам решает играть. И, видимо, зря, потому что игроки «Динамо» не просто достали этот мяч, а сразу же и забили. Бадипур через сетку. Большие проблемы здесь с приемом. Не будет толковой атаки у «Динамо», но будет атака у «Урала». Гуцалюк забивает. Снова отмечают все, конечно же, действия Ушкова. Просто фантастически. Никто не ожидал. Ушков все так же мощно. В либеро. Соколов. И здесь сложно принять Ушкову. Через блок прошел мяч. 12-10. В прошлой партии одно непопадание Соколова в площадку было. Егор Якутин выбивает мяч, переходящий шанс у Паталюка. Паталюк забивает. 13-13. Какой матч сегодня мы с вами смотрим. Не рискует. Под линию крутил. Будюхин принял. Снова передача на Гуцалюка. В 3 метра вколачивает гвоздь от Александр Гуцалюк. 15-14. Встали зрители на стадионе «Динамо». Паталюк завершает эту игру своим эйсом. Это фантастика. 16-14. Роман лежит. Роман, сколько сегодня эйсов? Он 7 или 8 оформил. Это что-то невероятное. И «Урал» побеждает у «Динамо». Фантастическая игра. Фантастическая по напряжению и, конечно же, по итогу. Шикарный матч. Не смеем вас больше задерживать. Хотя, я думаю, вы обязаны послушать интервью с главными действующими лицами. Так что не переключайтесь. Мы, я думаю, оставили сегодня все свои силы, как и волейболисты. Спасибо вам за внимание. Всем удачи.